Вы знаете, мы уже проголосовали. Во дворе у нас приезжали. По поправкам относимся вместе с мужем очень хорошо. И вообще мне все поправки нравятся. Особенно нравится, чтобы за границей не имели, чтобы пенсия, насчет детей. Вот это очень хорошие поправки, вот правда хорошие. Голосовать я пошла, потому что, думаю, мнение каждого человека нужно учитывать. И чем больше люди проголосуют, тем больше и с ней будет картина. Ну, решение голосовать я принял. То, что, ну, как голосовать всегда надо. Свой голос отдавать нужно не зря, голос наделенный. Но поправки, это вот хорошая поправка, то, что если являешься гражданином своей страны, значит, имеешь право занимать руководящие должности, чтобы счет у тебя, если есть, то был в России, а не за границей. Насчет пенсии, насчет учеников, детей, чтобы было все благополучно в стране. Я проголосовала уже еще 4 дня назад, только в первый день. И поправки мне все нравятся. Я как пенсионерка, мне нравится, что наша пенсия будет фиксирована. Ну и медицина, и вообще нравится. А мне все поправки, как говорится, по душе. Все правильно сделано. В самое нужное время вышли поправки в эти наши. Как говорится, президент Владимир Владимирович Путин. Так что меня все устраивает. Мы, как положено, проголосуем. Все будет хорошо.